Доброе утро. Я проснулась. Мне не знаю, у меня что-то все текло. Какая-то морда страшнючая. Вообще ужас. Жуть-жутный. Короче, мной только детей пугать сейчас. Ой, у меня уже какой раз, когда я еду в отпуск, я в Тюмень ехала, сюда, в Новосибирск, у меня вскакивает вот прелесть в виде герпеса. Это просто нечто. Я в аптечку положила все, что только можно было, кроме вот этой гадости. Оно все так болит. Я говорю, так вчера еще не было. Но я чувствовала, что уже чешется. Сегодня уже на пол этого. Короче, беда бедой. Ужас. Сейчас на завтрак собираемся идти, и у Ромы уже пойдут занятия. Ай, Надюшу не могу поднять, добудиться, идти на завтрак. Надюша! Надюша! Ты будешь вставать? Надюш, на завтрак пойдешь? Ты на завтрак пойдешь? Да. Так вот, давай быстрей. Вставай. Просыпайся, начни умываться, потому что уже идти надо. Вон, подушка у него права. Тут вон видно, чипсы ел ребенок. Все, короче, нормально. Тут нам компотик давали вишневый. Какой вкусный. Я вкуснее этого компота не пила. Вот, чтобы был закатанный вишневый компот. Да. Она тебе, Женя, кто? Тетя, получается? Ну да. Или бабушка? Нет. Она бабушка. Подожди. Подожди. Короче, ее статус ты не помнишь, да? Ну, получается, если мне Андрей дядька, так она тетка получается. А, она твоя тетя, да? Да, да. Ага. Вот. Она моложе тебя же? Почему ты решила, нет? Что моложе? Не моложе тебя? Я думала, что... Нет, мне, наверное, лет, не знаю, 14 и 18 было, что-то такое. А, тебе не намного, ну, старше, года, да? На 4, наверное, старше, что-то такое. Ну, хорошо, хотя бы не бабушка. Ну, компот она варит потрясающе. Она вообще классная хозяйка, которая готовит очень вкусно. Да, Надюш? Да. Все, Надюш сейчас проснется. Выгулили собаку. И Рома сел, сидит в этой... В куртке. Чего да. Сел, сидит в куртке, непонятно. А сейчас тихо. Капрышинку посмотрел. Все, ну, мы как эти, как бомжи, блин, с этими. Надюша, что у тебя здесь за бумажки, салфетки, надо пойти выбросить? Слышь, что говорю, Надюш? Конечно, неудобно, потому что вот это с пакетами, это, конечно, вот это вот, ну, что-то мега ужасное. Это никуда, вот, все вот так. Печаль. Мы тут мыло брали, всем пораздарили, полная коробка была, и тут уже осталось прям совсем чуть-чуть. Ага, да. Есть такая благодать. Я вчера вышла, встала, стою, такая тишина, тишина. Вот сейчас собаки начали лаять, а то вообще такая была, такое умиротворение было. Такие березы, такая красота. А? Ты куда-то встал? В мину? Да. А, ну тут вообще есть дофига минеров. Да. Кто заминировал. Надо смотреть внимательно потоки. Ну все. Проснулись мы. Надюшу все-таки растолкали. Как завтра, ты пойдешь? Да, пойду. А, не успела проснуться. Где-то мой телефон. Я вам зарядился. Что я даже себе... Не знаю вообще, как себе показывать. Хоть вообще себе не показывай. С этой гадостью. Болит еще, блин, так. Неприятненько. А, мы собаки же взяли капли. Я вчера такая чувствую, что оно это... Начало уже зудить. Думаю, дай-ка я, оно же бактериальное вот эти.
Дай-ка я тоже, короче говоря, забрызгаю, намажу. Ну и, короче, ромки ржем. Я говорю, наверное, я это намазала и такую плодотворную почву сделала. А я такая, ну то нифига, как мне тут порадовали знатно. Ромка ржет, да. Надо будет. Что-то думаю, то ли пойти сейчас после завтрака лечь, как морду подавить, отдохнуть, выспаться. Что-то нифига не выспалась. В аптеку сгонять. Здесь деревня недалеко, то в прошлый раз там покупала. Вот такие вот дела. Что-то еще здесь стоят все. Что, наверное, не пускают в столовую. На завтрак. Я чуть не помню, геркулесовый, да, по макаше? Да? Да. И тут кофе. Вроде как с домашним молоком. Я что-то об этом не подумала, что оно, скорее всего, что домашнее. Домашнее, а какое еще? Все, да, забыла, скорее всего, это будет вообще будет. Не самый лучший вечер для меня. И... Та-та-та-там-та-там. Вишенка на торте. Да, Надеж? Мы все позавтракали. Рома сейчас идет на занятия. А мы с Надюшей, не знаю, посмотрим на это со стороны. Вот. Итак, Рома уже одевается в профкостюм. Ему надо было его переделать. Потому что мы его купили на Авито, а он это, ну, маленько был на выше парня. Чуть-чуть пошире был его, и ему надо было его это ушить. Я что-то про него вообще забыла, про этот костюм, но а Роме не надо было. Да, Надюш? Да, он что-то с этой выставкой, мы с мылом же выставляли, мыло продавали на выставке. Сидеть и смотреть моего. А кто тебе разрешит? Ну ты сейчас это... Сзади ты тебе, может, тоже этим каким-нибудь узлом завязать? Может, а? Ну да. Ну да? Вообще печать, говори. У тебя можно. Это рогатка неплохая. На пупке висит. Надюша пошла коз пасти. Она одна здесь ребенок. Ну и там козлятки такие масенькие, хорошенькие. О, кусочек милоты для вас. Вот тут какие манюсечки. А какие? Один белый, один черный, как инь-янь. Я понимаю, это, наверное, папа, мама. Семья такая. Такие мусипусечки. Сколько вот им интересного возраста? У них ушки, как у нубийцев, висят. Ну, вроде ни мам, ни папа не нубийцы. Но у нубийцев побольше, конечно, у них такие лопухастики. Зеленая травка. Надюша говорит, не могу найти ключи от домика. Я говорю, сходи, может, мы их в столовой оставили. Нашла, да? А что ты сказала, пришла, мы тут ключи не забивали? Ты сама пошла на шоу. Ты спросила или просто лежали они? Нет. А вон те ключи, это не махай. Ага. Я такая говоришь... махай. Наша сказала, молодец. Это они там собираются сейчас уже. Она такая желтенькая. Да? Да. Ты видела, да, козочка какие маленькие? Да. Как инь-янь, беленькие, черненькие, да? Да, у нас были балахи. Барашки они не будут, точно никогда не будут будущими козлятками. Точнее, они сейчас козлятки, а потом будут козами. А. Не, у нас были... А, у нас были барашки, да. Да, так у нас как-то даже косточки были. У нас был белый и темный, помнишь? Да, помню. Да, один белый и темный. Я решила поехать... Ездить, здесь недалеко есть деревня. Я в прошлый раз как раз ездила, искала аптеку. Тоже из-за такой же, это тоже у меня герпес был.
теперь я знаю, куда надо ехать. Пока там мы не нужны, мы поехали прокатимся. Возьмем сейчас. Что-то ничего не взяли. Надо вот зайду в магазин, что-нибудь такое возьму там. Чай или что-то. К чаю. Ну, к чаю не очень. Я каких-то овощей хочу взять. На огурцов, может, какие-то есть. А там тогда был магазин. Я только вот не помню, что за магазин там был. Но что-то было. Как же эта гадость болит? Меня давно и не было, уже забыла эти все неприятные ощущения. Караву. Блин, счастливые люди, у кого не было герпеса, кто вообще не знает, что это такое. А все же, если один раз ты когда-то заболел, то это все уже. У тебя потом антитела высвечиваются по этой гадости. Ой, нет, что-нибудь. Я говорю, вот я как устану, тяжело было. Мы сюда ехали, что я почти 3000 километров, и мы не получилось выехать вовремя. И мы на сутки позже выехали, и нам даже спать нет. Мы не останавливались спать. И нам надо было, ну, то есть успевать по-другому никак. Но мы хорошо проскочили как раз самую загруженную дорогу, это до Омска, ну вот Омск-Новосибирска, и вообще до Омска очень такая загруженная трасса. И мы как раз ночью это все проскочили, хорошо получилось, быстро. Если бы мы легли поспали, то мы, конечно, ехали бы в два раза дольше, устали бы вообще просто там, да, вымотались. То, что там устали, потому что там не едешь, а больше плетешься. И ладно, если бы ты просто медленно ехал. Есть же отважники, есть такие большие, да, машины, грузовики, которые, ну, какие-то как будто последний день живут. Вообще там выходят на обгон, и не на просто обгон, на опасный и не обоснованный ничем. И страшно, потому что ты думаешь, если сейчас или тебя, или отскочит, или, короче, ничего хорошего. Все равно едешь, напрягаешься. Дорога здесь, ух! Но здесь дороги печальнее деревня. Так, а что, где-то здесь тогда аптека была. Где-то здесь, по-моему, с другой стороны я в нее заезжала. Где-то здесь была. Ну-ка сейчас, что я уже забыла, да? Где тут? А вот она, аптека, точно. Глянь, что по памяти помню. Вход с обратной стороны. Я же говорю, что где-то с обратной стороны был вход. Доехали мы. Так. Вот там даже значок Сбербанка стоит. Думаю, может, банкомат есть. Да? Тут такой типа аптечного ларёчка было. Сейчас мы где-нибудь здесь припаркуюсь. Пойду схожу. Интересно, здесь карты, расчет есть или наличку надо брать? Потому что мы на всякий случай взяли. Наличку тоже. Поехали мы, съездили в аптеку. Приехала я уже, намазала, вон видно, белым. И сейчас ждем. Следующий мы сейчас должны пойти. Уже последний. До обеда. Потом уже пойду все отдыхать и кушать. А потом уже после обеда будет следующий тренинг. Но она такая, так оживилась. Это все увидела. Ей, конечно, очень тоже интересно. Увела ее, чтобы она не перегорела. Чтобы у нее желание осталось работать. Мы что-то как-то у нас так постоянно. Я же думаю, что все знают же. Я же как это, знаете, ты же вроде как, ну, я же знаю, куда мы приехали, зачем мы приехали. И у меня так вот это есть, да, вот эта фигня такая, куда едем, зачем едем, вот. Но я же с вами как бы с близкими людьми общаюсь. Я же знаю, что вы все знаете. Вот, мы приехали сейчас на школу фигурантов. Это по занятиям с собакой.
Потому что надо тренировать собак, надо учиться это делать. Собаки серьезные, и надо, чтобы их обучать. А мы же живем на краю света, так сказать, с этим проблема. Поэтому, а кто, если не мы, называется. И решили, не то, что решили, а Рома решил начать заниматься самому. Ему это интересно, как выяснилось. Ну, посмотрим, как это все дальше сложится. Будет у этого продолжение или нет. Потому что с ним разговариваем. Я говорю, Ром, ты съезди. Он сейчас приехал на это все посмотреть. Как на майские праздники. И вместе время проведем, и с пользой. Потому что здесь, знаете, как мужики, у них как такое братство. Они сюда едут не побухать, не погулять, а именно общаться. И, ну, я считаю, что это круто. Потому что мужики все равно, когда с ними разговариваешь, они, допустим, всех своих сослуживцев, они помнят, общаются. И для мужика, чтобы херней не занимался, надо чем-то увлекаться, чем-то заниматься. Занимается он тут, все, машина вострила, тоже лает. То тут вообще киселем было. Я думала, Настя нас пошутила, что она тоже собака. Такая она маленькая, да? Маленькая, звонкая, стройная. Тоже, да, туда пойдем? А сейчас Рома пойдет заниматься собакой. Покажу, оставлю вам сюда. Тут листву собирают, убирают, увозят. Отдай. Иди сюда. Посадите собаку, пожалуйста. Отдай. Молодец. Почему отдавать вам нужно? Чтобы она чувствовала себе силу. Да. Ты проиграл. Хорошо. Трума, трума, да. Хорошо. Отлично. Ага, молодец. И смотри. А почему она лает? Лает? Да.
Но, Ром, смотри, когда собака в добыче, она молчит. Она выцеливает, атакует, хватает. А здесь она вроде выцеливает. Во-во, во-во, во-во. Я пошла слушать. Работает. Иду. Вообще психует. Классно. 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 Да, вот он. Хорошо. Давай второй бомбок, да? Давай. Чтоб не откинул. Переключай. Конечно, сразу. Чтоб он не лаял. Сразу включаю. Вот. Хорошо. Пусть понаслаждается. А то выглядит так. Возле кассы деньги ты получил, а на выходе жена забирает. Она в жизни так. Ой, тише. Я как алабай просто. Со мной это не коробит. Рома, Ром, и вы помни про эмоции, ну вот. У тебя собака замолчала, как классно, ты молодец. Не-не, подожди. Наоборот, хорошо. Чтобы она не агрессировала и разгадывала. Ничего, тут классно такое. Легче просто отдавать. Нет, я не доступаю, использую. Нет. Плоховатка. Плоховатка. Плохая хватка. Я расстояние не рассчитала, она у нас. Надо было пальцем по краю. Следующий раз. Ромчик, хорошо. Рома, и замри сейчас, пусть. Начал, испугался, задвигался. Добычу, добычу, добычу. Да, да. Ром, и не делай зайца самоубийцы. Кто такой заяц самоубийца? Это тот, который... На, убивай. Может попробовать никого? Да можно и костюм сразу. Нет? Рано? Может 6-7 еще хваток? 15 побегов. Смотрите, помнишь, обычный драйв нужно на пике. Да еще бумбокс. Хорошо. Хорошо хватку на больших эмоциях. Остановись, дай пусть она пролает. Вздрогнул, побежал, помахал этой пушечкой. Ага. Ага, из стороны в сторону. Опять замер. Опять начал двигаться. Двигайся. Вот так. Ну. Заяц самоубийца. Возьми бумбокс. Возьми бумбокс. Им доработай. Хорошую хватку дашь и отпусти собаку. Хорошо. Я бы не стал вот так делать. Просто хорошую хватку дать.
А теперь скажи ей, глубже, детка. Поздно. Она уже зачарована. Заводи заново. Давай, давай, работай. Хватку его веди. Ты уже сделал очень хорошую работу. Ты расслабил собак. Финиш, финиш, финиш. Мне хороший, хороший еще по спине и ударил. Сарказм. Да, очень рад сегодня. Хорошо. Спасибо. Но...